Союз молодежи Тувы проведет акцию «Капсула времени», которая состоится 28 октября в 12:30 у памятника Красным партизанам. 50 лет назад комсомольцы Тувы замуровали свое послание у памятника. Напомним, местные комсомольцы написали послание следующим поколениям. В рамках мероприятий, посвященных 50-летию образования в ЛКСМ, «Капсулу времени», папку с текстом поместили в контейнер и забетонировали. Было решено, что написанное извлекут и прочтут спустя полвека. Так молодежь 21 века, не нарушая данную традицию, замурует свое послание своим потомкам. Вскроет его через 50 лет, в 2068 году, 28 октября.